друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт. И прямо сейчас мы находимся с вами на карте Poppy Playtime в Майнкрафте. И нахожусь здесь я не просто так. Сегодня мы не будем по-новому проходить данную игру, в отличие от Акаки. Акаки очень сильно понравилась эта карта, и он мне написал: слушай, Фикса, а можно я поиграю, пожалуйста, очень сильно хочется. Естественно, как я могу отказать своему другу? Вот только есть одна загвоздка. Я буду троллить на протяжении всего его прохождения. Во-первых, данная карта уже практически пройдена. Ему даже не придется здесь ничего делать, он будет офигевать от того, почему здесь все открыто. А во-вторых, самого Хаги-Ваги не будет, ведь вместо него буду играть я. Как же он офигеет, когда узнает об этом в конце. Я думаю, каждый из вас ждал новый троллинг, и наконец-таки появилась такая крутая возможность. Если мы с вами наберем 100 тысяч лайков, то я постараюсь затроллить еще кого-то Хаги-Ваги. Мне кажется, это будет очень интересно. А также подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. А мы начинаем. Приятного просмотра. Ай, сломал стекло. Настало время звонить Акакию. Так, звоним Акакию. Алло. Алло. Все, я тебе все подготовил, карта готова, можешь ее начать проходить. Ага, все, спасибо большое. Только, давай. Только главное, сильно не пугайся, там очень страшно. Слушай, чего мне вообще бояться? Ну ты видел мое видео, это чрезвычайно. Короче, ладно, все, надеюсь, у тебя все получится. Давай. Давай, сейчас скину IP. Ну что же, я полностью готов для троллинга. Господи, какой же я устрашающий. А как я должен появиться с минуты на минуту? Так, 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 так. Мы с вами войдем в невидимость. Отлично. И подождем, пока он зайдет. Да, все, отлично, он появился. Вот и Акаки. Великолепно. Он вообще ни о чем не подозревает. Он думает, сейчас я буду проходить данную карту. Как же будет круто и весь. Стоп, он на меня смотрит? Не, я невидимый, он меня видеть вообще никаким образом не может. Осматривается. Такой думает, что же делать, куда мне идти? Так, направляется. Смотрит там постеры различные. А мы с вами появимся вот так вот сзади. Уже сразу же, с самого начала. Так, он пока что на меня вообще не смотрит. Великолепно. Станем прямиком здесь. Интересно, о чем он сейчас говорит? Что он сейчас рассуждает? Читает такой, думает. Он на меня вообще не смотрит. Он чуть-чуть заметил. Он чуть-чуть краем глаза увидел. Он сейчас в шоке, наверное, стоит. Найди цветок. Какой еще цветок? Что, с ума посходили? Такс. Что это было? Ладно, возможно, мне просто показалось. Я придумал следующий троллинг. Он сейчас пойдет сюда, поймет то, что двери никаким образом не открываются. Ему нужно будет найти здесь пароль. Но когда он пойдет вон ту комнату, чтобы найти ключ от этой панели, мы с вами заменим эту панель на другую. Он тогда еще больше офигеть не поймет. Че вообще? Как это? Такс, рассматривает постер. Возможно, ему понравилась эта Поппи. 100% ему понравилась она. Так, он направляется в комнату к вагонеткам. Здесь нам нужно срочно запустить. Все, я запустил вагонетку, теперь ждем Акаки. Догадается ли он остановить ее? Хотя он смотрел мое видео, наверняка догадается. Он все думает то, что Хаги-Ваги не появится до того момента, пока он не войдет в ту комнату. Но странно, почему-то он постоянно появляется вот здесь вот. Когда он испугается, у нас с вами будет время для того, чтобы заменить ту панель. Опа! Так, быстрее, 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 летим сюда, отлично. Берем панель и меняем ее на эту, все. Тихо, тихо. Мы успели, он нас не заметил, отлично. Желтая, а также красная. Окей, я... Нет, на этот раз мне не показалось, это что, был Хаги? Я что-то не понимаю, как это вообще... Откуда? Он в афиге, он сейчас уже полностью в афиге. Так, посмотрим от его лица, что он сейчас будет делать. Он идет такой, значит. Ага, и видит, панель-то другая уже, не рабочая. Что ему делать, что же ему делать, как так-то? Идеально, просто идеально. Опа. Все, он побежал отсюда, он побежал, он убегает вагонеткам. Где кодовая панель? Она почему-то стала одноцветная. Зачем я брал эту шерсть? Это, шерсть же должна была быть... Что? Тихо, 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 бежим, бежим, бежим. Это что? Это был Хаги. Ну-ка, надо спрятаться, где? Тихо, вот здесь темно, тихо. Прячемся. Так, отлично, отлично, отлично. Все, давайте поменяем панель теперь заново. Опа, оп, все. Шикарно. Да, великолепно, у нас все получилось. Пока что все идет на ура. Где Акаки? Он спрятался? А, да, он реально спрятался. Осматривается везде, мне кажется, ему чрезвычайно страшно. Так, и видит, панель уже та. Давайте его поджидать где-нибудь вот здесь вот за углом. Как это сейчас было круто? Господи, почему он посмотрел именно в эту сторону? Я не понимаю. Вау, это было суперски. Это было просто суперски сейчас. Еще и свет мигает повсюду. А, это он его выключает. Все, открылось. Отлично. Закрыть дверь? А может не надо нам туда идти тогда? Так, пока там Акаки боится, я кое-что придумал. Здесь у нас находится хвататель, а также набор хватателя. Мы положим его вот сюда вот. Сами превратимся в Хаги. И когда он будет идти сюда, он увидит вот это вот. И мы появимся как Хаги. Он просто офигеет. Мне кажется, он не сможет забрать хватателя. Так, вот он идет. Вот он идет. Так, 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 так. Видит, 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 видит.
видит. Отличненько. Боится. И теперь резко. Он ничего не понял. Так, а теперь появимся здесь. Господи, как же это круто! Я не знаю! Я как будто бы сам для него делаю какой-то хоррор! Это просто офигенно! Хаки? Нету. Нету, ладно. Может, в мусорках что-нибудь есть? Нет! Тихо! Я хотел схватить эти вещи, но... Ладно, все, быстро забираем. Уходим отсюда. Тихо! Итак, он разбирается вообще, что это за штука, как она работает. Отлично. Теперь он будет направляться сюда. Но вот в чем проблема. Здесь-то закроем все. Он сейчас будет думать, как эту штуку активировать. Кажись, он уже направил на нее, нажал. А теперь вот что мы делаем, мы ломаем эти штуки. Он... Что? Он просто в шоке стоит? Ему вообще на все равно? Так, он видит то, что Хаги нету. Отвернись давай, Хаги, отвернись. Да, не смотри. Опачки, все, мы появимся. Мы стоим здесь, АФК. Нас нету. Нас не видно, вот мы стоим такие. Все, мы появились, мы не двигаемся. Да, пускай он думает то, что с нами все хорошо, с нами все в порядке. Вот, как и все остальные, он пытается в нас стрелять. Не подаем никаких знаков вообще. Нас здесь не существует. Все, пропадем. Опачки, нас нету. Нас здесь уже нету. А Хаки вообще не подозревает то, что карта не рабочая полностью. Для него чувство, будто бы все здесь идеально сделано, но нет. Я здесь все сломал. Так, и что же он там пытается сделать? Он такой думает, ну нужно как-то активировать это электричество. Но что активировать, если все работает? Пойду-ка я обратно. Ага. Хаги нету, везде темнота, ничего не работает. Пытается активировать, но... Что-то ничего не выходит. Я кое-что придумал. Он сейчас будет понимать, что ничего не происходит, и пойдет в какое-то другое место. Да. А мы тем временем заменим вот этот логотип на красный. Куда это он пошел? В какую-то другую комнату. Ходит такой, смотрит, высматривает. Решил в туалет сходить. Ну, почему бы и нет? Получил запор. Красавчик. Нужно как-то сделать так, чтобы он не шел сюда. Давайте просто станем здесь. Испугаем его. Все, Хаки, тебе сюда нельзя. Да, тебе сюда нельзя. Он убежал. Отлично, идеально. Все, он сейчас идет такой, возвращается обратно. Да, возвращайся обратно. Нужно как-то сделать так, чтобы он подошел туда 100%. Так, вот, он заметил. Нет, он не заметил. Да, все, он видит то, что здесь теперь красная рука. Мне так интересно узнать, что у него происходит. Какой-то склад, кубок. Ну, вряд ли он мне потребуется. Но там какие-то камни были драгоценные. Может, их... Тихо, там Хаки был. Стоп, что у него в руках было? Там что-то красное было и... Блин, как-то становится уже некомфортно. Подождите. А здесь же была синяя рука. Стоп, а где я возьму вам красную руку? Ее у меня нету. И пока он находится там, мы с вами уберем все это и дадим ему пройти. Нет, тебе сюда нельзя. Хаки, тебе сюда нельзя. Опачки. Все, убегает. Отлично. А что если постоянно открывать и закрывать двери? Он услышит? Он поймет, что здесь открывается и закрывается дверь. Я не вижу, чтобы он шел. Где он? Опа! Никого здесь нет! Здесь нету никого! Кто здесь? Почему-то... А как и ты же видишь, там открылся тебе путь, открылся путь. Ты все правильно сделал, ты молодец. Нужно подходить просто в ту комнату и все. Отличненько. Ждем его здесь. Когда он откроет эту дверь, я хочу резко побежать на него. О, да! Испугался. Мне кажется, он уже просто сошел с ума. Он не знает, что ему делать. Он не знает, куда идти. Все, ладненько, оставим его. Нет, не беги обратно, не беги, Хаки, тебе нужно проходить игру, куда ты побежал? Да, правильно, беги туда. Так, я придумал, мы здесь ему закроем пол. Он сейчас будет подниматься наверх и такой, что, а где проход? Здесь же должен быть проход-то все-таки, а его нету. Так, ну наверняка нужно сделать что-то здесь, да. Куда мне дальше идти? А, подождите, здесь проход забаррикадирован. Здесь ничего нету. Куда мне тогда идти? Так, тогда пока что сделаем кое-что другое. Возьмем топорик и пропишем сет 0. А Хаки, сзади-то все работает уже, все открылось, проходите. Во, он увидел. А теперь, когда он будет идти, идет. А мы закрываем ему снова. А теперь мы появляемся с вами в виде Хаги и прописываем сет 0.
Отлично. Так, теперь мы с вами пропадаем и прописываем сет 0. Все, нас здесь нет, он может проходить. А, как это круто, как это мне нравится все-таки. Ребят, нужно за такое точно лайк поставить. Он такой думает, ну здесь должен находиться второй хвататель. И сундук-то сразу же открылся, почему это? А он не заметил то, что дверь-то уже открыта здесь. Второй хвататель-то тебе не нужен, получается, Акаги? Или нужен все-таки? Стоп, я придумал гениальный план. Мы также прописываем себе невидимость. Я ему здесь также заменил еще одну руку. Он поймет то, что красная рука ему не нужна, ее просто не существует. Акаги собирается идти в вентиляцию эту. А мы побежим за ним! А мы побежим за ним! Как он резко-то двинулся! Как он резко двинулся! Ему страшно, ему страшно, ему очень страшно! Я прям думаю, ему страшно! Так, и здесь спокойствие. И он опять-таки офигевает. Почему это? Игрушка уже на месте. Ничего, по сути, делать ему не нужно. И проход даже открыт. Странно. Так, получается, что если он сейчас войдет сюда, он сразу же меня не увидит. Поэтому мы с вами заберемся наверх и будем поджидать его уже здесь. Не-не-не-не-не-не. Я придумал, прям как в оригинальной игре, мы будем поджидать его здесь. Да. Отлично, да, как это страшно. Все, просто ждем его, поджидаем. И побежим за ним. Он там вообще поднимается, мне интересно? Да, он поднимается. Да, 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 да. Как отлично, как хорошо. Никого нету, слава богу. Тихо, 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 бежать, куда, сюда, 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 быстрее, быстрее, он бежит за мной, он бежит за мной, быстрее. Да, беги, Акаги, беги, беги, ну же, давай, давай, ты сможешь, ты справишься, правильно бежишь. Давай, Акаги, давай, ты справишься, да. А, как же это забавно. Так, 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 отлично, 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 давай, Акаги, ты сможешь. Так, теперь мы превращаемся в себя здесь, а теперь бежим сюда, бежим сюда, бежим сюда, бежим сюда. Сюда, и такие смотрим, а это фиксай стоит все это время, а это был фиксай. Так, давай, Акаги, смотри. Ты фиксай, он мне пишет, ты фиксай. Нет, я Поппи, спасибо, что спас меня. Опачки. Он что, он поверил, он серьезно поверил, да ладно. Привет. Так, превращаемся. Ему страшно, реально. Он думает, как открыть эту дверь, но он не может ее закрыть. Гениально. Подождите, он реально не поверил то, что я фиксай? Это странно, ну да ладно. Все, я думаю, пора ему звонить. Я придумал. Я себе поставлю сейчас невидимость и позвоню ему в Дискорд. И сделаю вид того, то, что... Как у него дела? Так, 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 так. Алло? Ай. Че? Что это за фигня была сейчас? Ты прошел? Да. Я же говорил, это очень страшно. Там, короче, был Поппи. Ну? Видеть тебя. В смысле? Никнейм даже твой, я обалдел. То есть, получается, ты получил мою пасхалку. Пасхалку? Ну да, да, я специально заменил куклу на себя. Чего? Круто получилось. Это пасхалка обычная. Ну да. Ты понимаешь, эта пасхалка потом на меня напрыгнула. Мне страшно, блин, стало. Ты издеваешься вообще. Слушай, ну типа, я же говорил, это будет очень страшно. Подожди, она здесь еще раз появилась. Да? Тихо. Слушай, я пошел, наверное, так... Не-не-не, я выйду с этого сервера, ну нафиг. Хорошо. Акаги, ну я тебя предупреждал, что это будет очень страшно и будет очень весело. Слушай, вопрос, ты меня опять троллил? Каким образом? Не знаю, вдруг там как-то меня троллил. Вообще такое ощущение, будто карта какая-то недоработанная. Ты же видел, как я проходил, и ты думал, я тебе сделаю так же, как у меня, чтобы у тебя все было легко и просто. Да? Да, не тут-то было. Пришлось как бы это, поморочиться с этим. И где спасибо? Спасибо за что? Да? Не за что. Я понимаю, как ты сейчас немножко нервничаешь, но в любом случае, спасибо, что поиграл мою карту. Да, не за что. И знаешь, что я больше никогда в твои карты не буду играть, пожалуй. Ну нафиг вообще. Все. Хорошо, все, давай тогда, Акаги, пока. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. А если подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Я считаю то, что троллинг просто получился на ура. Это было офигенно. А для вас нравился фиксай, также Акаги. Подпишитесь на него тоже. Ведь он сегодня нормально так помучился. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока! Кстати говоря, если вы не видели оригинальное видео по Поппи Плейтайм, то прошу по подсказке справа. Оно очень интересно, советую посмотреть, если до сих пор не смотрели. Пока!